Айбек, тебе надо исправить оценку по истории. Завтра обязательно зайди к Марату Умрзаковичу. Да-да, зайду. Я все помню. Урал Хуанышевна, когда мы вырастем и закончим школу, вы будете нас вспоминать? Конечно, буду. Может показаться невероятным, но я помню всех своих учеников за 30 лет работы. Некоторые из них запомнились больше. Честно сказать, и у меня были любимчики. Но каждый ребенок, которого я обучила, оставил самые теплые воспоминания. И я рада, что сегодня они делают все, чтобы наша столица Астана стала лучше и краше. И я горжусь ими. Например, Аида Актанова. Девочка очень творческая. До начала занятий на переменах и бывала даже на уроках она рисовала или лепила маленькие скульптуры. Все ее работы были необычными, какими-то волшебными и красивыми. Ее произведения никого не оставляли равнодушными. Я всегда знала, что у этой девочки все получится в жизни. Сейчас Аида – знаменитый художник и скульптор. И ее работы пользуются успехом на выставках во всем мире. А известные галереи с радостью выставляют ее произведения. Или Тимур Азанов. Добрый и открытый мальчик. Увлекался авиамоделированием и любил все, что связано с самолетами. Они были его настоящей страстью. Он мог часами рассказывать о каждом самолете, когда и кем он был создан, как летает. Сейчас Тимур – пилот гражданской авиации, командир воздушного судна. Он исполнил свою детскую мечту о полетах. Помню, как Андрей впервые зашел в мой кабинет. Я попросила его представиться, и он сказал: «Меня зовут Андрей Зуев. И я буду знаменитым строителем». Так и получилось. Он выбрал для себя профессию архитектора. И после университета стал работать в большой строительной компании. Андрей приложил руку к проектированию многих красивых зданий в Астане. А если бы меня попросили назвать самого спортивного ученика за все годы моей работы в школе, я бы, не раздумывая, сказала «Абзал». Каким только видом спорта он не занимался. Каждый месяц увлекался чем-то новым. У него был прирожденный талант спортсмена. Он завоевал десятки медалей в самых разных соревнованиях и мог бы добиться больших успехов в любом спорте. Но в конечном итоге стал футболистом и сейчас играет в столичном клубе «Астана». Или вот, например, Мансур. Он участвовал в организации выставки «Экспо». С самого раннего детства он был очень щепетильным и ответственным ребенком, который всегда помогал организовывать школьные мероприятия. Я очень рада, что Мансур был одним из организаторов такого важного события для нашего города. О, папа приехал. Мне пора на тренировку. Спасибо за рассказ. До свидания. До свидания. Урал Хуанышевна, а у вас музыканты были? Извини, что ты сказал? Музыканты у вас учились? Нет. Интересно, но музыкантов не было.